Смотрите, вот так вот он умеет ножкой делать. Удивительный мир лошадей дарит незабываемые эмоции и впечатления. Эти умные животные исполняют различные элементы дрессуры. В качестве поощрения получают любимое лакомство – кусочек сахара. Воспитанники школьного оздоровительного лагеря «Алые паруса» смогли в этом убедиться лично. Вот смотрите, сейчас мы его будем просить, чтобы он вам показал язык. Он умеет очень хорошо дразниться. В ходе экскурсии ребята посетили конюшни, познакомились с каждым животным. Любляна, гонец, одиссей и другие. Всего в конно-спортивной школе около 40 питомцев разных пород. Практически все они участники соревнований, и у каждого своя копилка наград. Причем победы достаются только настоящим напарникам, говорят спортсмены. Таким, которые понимают друг друга лучше остальных. Такие спортивные дуэты связывает дружба, рассказывают наездники. Каждый из них любит своего подопечного всем сердцем. Верховая езда – это не только очень полезный вид спорта, но также мы общаемся с животными и становимся лучше. Мы стараемся заботиться о лошадях, делать их жизнь лучше. И каждый заботится о своей любимой лошади. Для детей, я думаю, это очень важное и большое событие, потому что связывать свою жизнь с лошадьми очень хорошо. Занятия с лошадьми – это не только спорт. Сюда приходят и те, кто хочет провести время с пользой для здоровья, отдохнуть от городской суеты. Лошадь одновременно умеет оказывать укрепляющие для мышц воздействие и расслабляющее. Плюс она имеет сильное биополе и очень поднимает настроение. Человек становится добрее, радостнее. И, в общем, когда общается с лошадью, то даже взрослый становится ребенком. Во время экскурсии ребята получили новые знания о лошадях, их привычках и о том, как животные помогают в лечении людей со сложными заболеваниями. Сотрудники конно-спортивной школы подготовили для детей познавательную викторину. Я видела, когда лошадка, когда видит сахар, показывает язык. Мне понравилось на лошадках. Я никогда не катался на них, но теперь знаю, что кататься на них очень интересно. Мне понравилось, как лошадка махает хвостиком. Я ее очень люблю гладить, и она мне очень нравится. Я сегодня катался на лошади, и это было классно. В общем, у меня впечатление хорошее. Мне понравилось кататься на лошади. Больше понравилось ее карниз. А я вот боялась сначала кататься, потому что я могу упасть. Но потом это было очень весело. Для школьников города подобные экскурсии проводят несколько раз в год. И каждый, кто здесь побывал, получает массу впечатлений и положительных эмоций. Диана Калединова, Павел Емелин, к этому часу, Белгород.